Здравствуйте, дорогие друзья и подписчики! Сегодня у нас 19 ноября 2023 года, около 6 градусов мороза. Вышла на свежий воздух походить по саду своему и огороду и замерзла. Хочу вам показать, как гниют мои кабачки. Я начала их выбрасывать, мои дорогие друзья, которые хранятся в подвале. Все, больше кабачки я в подвале хранить не буду. Выбрасывала с такой переживанием, с таким. Вот он сгнил. Кабачки я в подвал ложила самим покушать и покормить своих котиков. Я им кашу варю из кабачков. Каша очень-очень вкусная получается. Отвариваю или перловку, или гречку, что есть. Добавляю кабачки, все это тушу и рыбу. Килограмма 2 рыбы. А потом блендером все это взбиваю и кормлю своих мальчиков и девочек. Очень хорошо они это кушают. Выкачали в подвале последнюю воду. Все, воды больше не будет, но стоит сырость. Стоит, мои дорогие, сырость. Вот мои кабачки. Белый в ведре живой, с ним ничего не случилось. Кабачок, так, этот живой покладу тоже в ведро. Да, у меня здесь же сухо. Так, этот кабачок живой, не сгнил. Этот сгнил. Этот белый сгнил, этот сгнил. Так, этот сгнил. Это завтра буду покупать котикам своим и варить кашу. И пообрежу эти, заберу кабачки, где можно что-то обрезать, обрежу. И наварю им каши. Буду теперь, не хотела я патиссоны на следующий год сажать, но буду. Они просто неубиваемые, как говорится. Хорошо хранятся. Очень даже. Хорошо хранятся, мои дорогие друзья. Показала вам, что в моем подвале кабачки хранить бесполезно. Я не знаю, это несколько лет подряд такое вот у нас творится. Раньше у меня и тыква хранилась, и картофель на полу была насыпана, когда не было вот этих вот сделано поддонов этих. А это же я не знаю, что-то изменилось, поменялось. Заходите в гости, как всегда буду рада. До свидания, до новых встреч, пока. Показала вам, как гниют мои кабачки. Жалко, то бы мои котики получали бы витамины. Ну что, на следующий год будем умнее, будем ложить только патиссоны.